Итак, всем привет, это Мисс Шепард, и это Кофе Телк. Никому не нужный Кофе Телк, но я хочу порелаксировать, поэтому давайте продолжим. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер? Ох, стандартные земноязыковые трудности. Все никак к этому не приспособимся. Ничего, если я буду к вам на «вы». Разумеется. Можете обращаться к нам, как пожелаете. Нас все устраивает. Не хотите что-нибудь заказать? Ах да, нам нужно сообщить вам наш заказ. Просим нас простить. Что посоветуете? Мы все равно не почувствуем разницу. В каком смысле? Неважно, забудьте. Какой ваш самый дорогой напиток? Здесь все на одном, по одной цене, правда? Интересно. Мы бывали в различного рода заведениях, но это отличается от остальных. Так вы решили, что будете заказывать? Ладно, приготовьте нам что угодно. Что угодно? Что угодно. Ой, ну давай тебе экспресс сейчас нафигачим. На тебе экспресс. Ваш напиток. Надеюсь, вам придется по душе. Не волнуйтесь, нам все равно. Итак, давайте попробуем. Что? Ох, нет, все в порядке. Ладно. Разрешите? Что? Зачем вы засунули палец в чашку? Очень странный вопрос. Мы так пьем, конечно же. Пьете? Да, пьем. Ах, точно. Мы чуть не забыли. Земляне пьют тем же, чем и говорят. Мы для этого используем наши придатки. Как правило, нам представляют полипропиленовый инструмент для питья. Что, простите? Он выглядит как кусок пластика в форме длинной полой трубки. Вы про соломинку? Да, мы не понимаем, почему она так важна для землян. Чаще всего напиток можно выпить и без нее. Тем не менее, нам выдавали пластиковую трубку во время посещения подобных заведений в 87,76% случаев. Одноразовый пластик стал одним из главных загрязнителей окружающей среды у вас на планете. Кстати, а как вы пьете через соломинку? Точно так же. Но наличие пластиковой трубки избавляет нас от необходимости помещать наши придатки в жидкости, которые вы зовете напитками. Достаточно удобно. Возможно, в процессе принятия конечных решений земляне отдают предпочтение удобству. Ясно. Полагаю, люди ничего не заподозрят, если вы будете пить с соломинкой в руках. Подтверждаю. У вас интересный вид. Откуда вы? Издалека. Посвятить вас во все детали не получится. Скажем лишь, что мы здесь по заданию. По заданию? Да. Что за задание? Отыскать то, что жители Земли называют женщиной. А дальше? Дать потомство. То есть вы прибыли откуда-то издалека, чтобы закрутить роман. Роман? Нам не нужен мужчина, мы прибыли за женщиной. Нет, я не про имя. Просим нас извинить. Но с художественной литературой наше задание также никак не связано. И не про этот роман. Еще раз просим нас извинить. Время от времени наш язык доставляет нам серьезные трудности. Не беспокойтесь по этому поводу. Мы иногда и сами путаемся. Землянам определенно стоит
поработать над общением. Существует невероятное количество способов упростить взаимодействие. Из всех мест, где мы успели побывать, здесь процесс общения устроен сложнее всего. С этим соглашусь. И как успехи? Неудовлетворительно. Мы пользуемся неким крайне необычным приложением. Согласно нашей информации, это самый обширный источник взаимодействия с целью вступления в половую связь. Однако доля успешных попыток дачи потомства ниже доли происходящих взаимодействий. Первый раз слышу. Стоп. Вы про приложение для знакомств? Интерфейс приложения использует изображение пламени в качестве своего значка. Именно про него. Однако мы столкнулись с некоторыми противоречиями. О чем вы? Согласно нашему пониманию функции приложения, во время его использования необходимо смахивать влево или вправо. Смахивание влево означает, что вы не готовы вступать в половую связь. Смахивание вправо означает, что вы к этому готовы. И когда два пользователя обмениваются смахиванием вправо, они могут начать подготовку к вступлению в половую жизнь. Полагаю, не заладилось. Большинство из них начало общение с текста из очень больших букв. Еще там были слова, которые нельзя считать пристойными. Я даже не знаю, что сказать. Вы сказали большинство? Были такие, кто реагировал без агрессии? Секундочку, мне нужно выпить испорченный мной кофе, поэтому... Хотя, если так приглядеться, и так все уж плохо, просто молоко слегка кислое. Некоторые из них выражали смех при помощи текста. Вам удавалось с кем-нибудь встретиться? Мы назначали встречи. Многие из собеседников не приходили. Но были и те, кто приходил? Да, но нас сбило с толку их манера общения. Встречи прошли безрезультатно. Даже несмотря на то, что мы решили проводить их в местах, рекомендуемых наших базой данных. И эта кофейня как раз одно из таких мест? Да. Занятно. То есть у вас здесь сегодня встреча? Да. Но у нас уже должна была прийти. Возможно, у каждого земляне свое собственное понимание времени. В этом вы правы. Добрый вечер. Так, сейчас почитаем, что у нас тут есть. Книга рецептов пополнилась. А, капучино, кофе, молоко. Галахад. Ну так, ладно, так. Так. Фрейя. Что у нас тут еще? Что я люблю? Кофе. Если вы еще не заметили, то я большой фанат Нимана и Харуками. Как-то так. Как я прожигаю свою жизнь? Работаю журналисткой, так могу оттачивать навыки письма, общаться с людьми, за плечами которых большой опыт и получается это деньги. Фильмы «Полицейский со шрамом», «Легавый» из «Шоушенка», «Форест Коп». Как я прожигаю свою жизнь? Воспитываю трех замечательных девочек. Ничего интересного. Добрый вечер. Добрый. Не хотите что-нибудь заказать? Латте, пожалуйста. Секунду, я вспомню, как его делать. Я здесь не была очень давно, поэтому мне надо вспомнить. Кофе, молоко. Окей. Латте арт.
Сейчас я тебя нарисую, блин. Ой-я, ой-я. Ваш заказ. Спасибо. И как вам? Вкусно. Хорошо, что вам нравится. Снова будете читать? Ага. Не изменяем традициям. Наслаждайтесь. Я могу вам что-то помочь? Ах, нет. Прошу прощения. Лады. Извините. Что? Вы кого-то ждете? Только не снова. Нет, никого я не жду. Вы уверены? Да. Я уверена, что никого не жду. Просто мы ждем кое-кого из приложения. Она, как и вы, тоже орк. Послушайте, во-первых, я не единственная женщина-орк на планете. Черт побери, да я даже не чистокровный орк. Но вы... Урукхайк 69? Боже мой. Он вообще в своем уме? Простите его. Думаю, он не из этих краев. Вы так и не ответили. Вы вот это вот словечко. Нет. Меня зовут Миртл. И у меня нет аккаунтов под таким именем. Ох. Значит, вы не она. Естественно. Боже, что за мужчины пошли? Если вам так не терпится найти девушку, почему бы не спросить у друзей? А может пойти в клуб или куда-нибудь еще? Но у нас нет друзей на Земле. Эй, когда вы говорили, что он не из этих краев, вы что, имели в виду не с этой планеты? Ну, из того, что мне удалось понять, он не землянин. Да уж. Просим прощения за то, что вмешиваемся. Но что мы имели в виду, говоря в клубе? Согласно результатам нашего поиска, на Земле невероятное количество клубов. Некоторые из них нам очень интересны. Например, некий клуб, посвященный исследованию космоса. Его члены называют себя трекерами. Забудьте ранее сказанное. И насколько назначена ваша встреча? Около часа назад по местному времени. Да, она на тебя забила, мужик. И что это означает? Велика вероятность, что у вас собеседник не придет. Прости, что приходится слышать это от меня, а не от нее. Вероятно, она права. Вы пробовали связаться с той девушкой? Да. Если верить приложению, она прочла наше сообщение. Она ответила на него? Нет. Ох. Если не ответила, значит все точно так. Она не придет. Мне кажется, Миртл права. Ха. Непредвиденно. Ход наших мыслей достаточно рационален. Но земная неопределенность заставила нас испытать некое новое ощущение. Такое уже происходило? Множество раз. Что ж, соболезную. Возможно, это значит, что нынешний план действий не работает. Земляне выстраивают планы, чтобы вступать в половую жизнь. Да, связь, жизнь. Разница-то какая. Причем сложнейшая. Ваш народ не перестает нас удивлять. Раз дело обстоит так, наше дальнейшее присутствие здесь не обосновано. Если хотите, можете остаться. Не думаем. Нам необходимо немедленно возвращаться. Но в будущем мы посетим это место еще раз. У вас очень хорошее заведение, владелец. Зовите меня мисс Шепард. Спасибо, что уделили нам время, мисс Шепард.
Вам также спасибо за ваш вклад, Миртл. Мы определенно изучим земные планы по вступлению в половую жизнь. Ага. Кстати, это называется правилами. Половые правила. Хотя можно использовать слово «план» как ключевое. Мы примем это во внимание. Нам необходимо вас покинуть. Берегите себя. Ого, кто это, черт возьми, был? О, привет, Фрея. Чего здесь забыл, космонавт? По всей видимости, зашел попить и дождаться своего друга. Какого? Собаку Лайку. Кого-то из приложения для знакомств. Как жаль, что меня здесь не было. И как выглядела эта избранница? Она не пришла. Ох. Бедняга космонавт. Почему он не снял свой костюм перед свиданием? В смысле, нет ничего нового в том, чтобы красоваться своей работой. Но не обязательно же настолько в лоб-то. Вряд ли он на самом деле космонавт. По крайней мере, в привычном понимании. Ты о чем? Возможно, он пришелец. Пришелец? В смысле, какой-то иностранный фрик или прямо пришелец-пришелец? Прямо пришелец-пришелец. Из космоса? Наверное. А может, из другого измерения? Ого! Прямо с ума сойти. В смысле, сюда разные люди заходят. Но это... Вау! Да, у нас в кофейне не бывает скучно. Поэтому я и в ней и пишу. Ах да, как там дела? С Романом? Да, с Романом. С большой буквы «Р». Кстати, довольно неплохо. Супер. Можно мне взглянуть? Ты это о чем? Можно почитать твой черновик? Нет. Только не это. Почему? Он не очень. Эй, будь чуток увереннее. Ты сама знаешь, что хочешь. Ты сама знаешь, что хорошо пишешь. Кроме того, если ты в нем не уверена, может, я смогу поделиться своими соображениями? Твоя правда. Вообще, я распечатала черновик. Так ты изначально собиралась его показать? Ха-ха. Я не знала наверняка. И вообще, это первая приличная версия. Да брось, я понимаю, что что к чему. К тому же, я неплохо разбираюсь в твоем стиле. Хорошо, хорошо. Секунду, сейчас достану. Только честно, ладно? Обещаю. Ну, отдашь его? А что ж так смотришь на меня? Не бойся, Фрея. Фух. Держи. Спасибо. Так, ну-ка. И как тебе? Как тебе? Не торопи меня, ладно? Что такое? Настолько плохо? Главный персонаж. Боже, все плохо, да? Мне кажется, не очень вписывается в мой характер. Это потому, что ты здесь ни при чем. Жаль. Ты каждый день видишь перед собой наглядный пример. Наглядный пример? Ты? Да... Ты самый загадочный человек из всех, кого я когда-либо видела. Погоди, кажется, кто-то идет. Эй, а черновик? Еще не дочитан. Добро пожаловать, вам здесь или с собой? С
здесь. Что будете заказывать? А может, вы хотите сначала присесть, а затем решить? А я закажу сейчас. Нет нужды торопиться, не спешите. Ага. Ничего, если я закажу не совсем простой напиток. Заказывайте что угодно. Главное, что у нас были бы нужные ингредиенты. В таком случае, вы умеете готовить чай масала? Чай с специями? Да. Тогда мне чай масала, пожалуйста. А, тут есть... Чай со специями. Чай со специями. Это что? Корица? Что-то непонятное будет, наверное, да? Пусть будет. Вуаля. Полагаю, это он? По всей видимости, так. Что ж, попробуем. Он невкусный. Ах, нет. Очень вкусный. Просто он навел мне пару воспоминаний. Надеюсь, хороших. Определенно хороших. Определенно. На чем мы остановились? На главном персонаже. Твой главный персонаж, как будто ты. А то. Если читатель со мной знаком, он тут же заметит сходство. Тебя это устраивает? А почему нет? Тянет нарциссизмом. На этот счет не волнуйся. Только те, кто знаком со мной лично, могут что-то заметить. К тому же то, что главный персонаж думает так же, как я, облегчает процесс. Воля твоя. Извините. Вы что-то сказали? Да. Простите, что перебиваю. Вы писательница? Да, писательница. Как круто. Ну, только я пишу небольшие художественные произведения. Газетные рассказы, либо правдивые статьи о жителях города. А еще она роман свой пишет. Я как раз в процессе чтения его черного варианта. Эй! Ого! Сколько книг вы уже написали? Это будет первый, если я ее закончу. Я всегда хотела стать писательницей, но... Заклинать слово тяжелое дело. Я писательница. Но даже я таких сложных слов не знаю. Мне не раз говорили, что у меня незаурядный словарный запас. А ваша профессия? Как говорить, его зовут? Ох, прошу прощения, меня зовут Аквия. Привет, Аквия, я Фрея. А это Миша, подбариста. Здравствуйте, Аквия. Приятно познакомиться. Так вот, кем вы работаете? Научным работником в университете. В свободное время я также занимаюсь разработкой игр. Эй, это куда круче моей работы. Спасибо. Вы говорите, что с писательством у вас не очень. Но ваша работа подразумевает обратное, разве не так? Действительно. Но я работаю в описательном стиле, а не в повествовательном. А в каком области вы проводите свои исследования? Преимущество в области компьютерной графики. Ого. Там куча вычислений и всяких скучных штук. Думаю, это неинтересно, медиа. Мало кто будет читать о таком. Боже мой. Я забыла, что вы журналистка. Простите, я не хотела вас обидеть. Бросьте, не надо так сильно волноваться по каждому поводу. Все нормально. Извините, что перебиваю. А? Как я поняла, вы занимаетесь исследованиями в области компьютерной графики, да? Все верно. Это вы написали научную статью о новейшем методе рендеринга жидкости в трехмерной среде.
Кажется, среди ее соавторов было ваше имя. Ах да, это была я. Вы ее прочли? Прочла, она играет большую роль в проекте, над которым мы сейчас трудимся. А можно узнать, над чем вы трудитесь? Над серией игр «Цельнометаллическая борьба». Вы что, шутите? Вы работаете на CMB? Ой, извините меня, ничего, немного меня занесло. Ничего. Приятно, когда встречаешь кого-нибудь, кому нравится то, над чем ты трудишься. Я обожаю эту игру. Кстати, меня зовут Аквия. Ну, вы и так знаете. Меня зовут Миртл. А что за именно... За что именно вы отвечаете? Я технический художник. Ох, неудивительно. Сейчас еще один глоток. Ага. Не хочу мешать вам вести беседу. Но, может, у вас есть визитка или что-нибудь вроде этого? Мы с друзьями хотим кое-что обсудить. Мы отправили электронное письмо на адрес вашей кафедры, но никто нам не ответил. Да, такое часто бывает. Письма могут уйти в спам. А иногда нужно просто какое-то время подождать ответа. За это простите. Ну да, обычное дело. Я не взяла с собой визитку. Но... если хотите, я могу дать вам свою электронную почту. Хорошо, держите. Ага, вижу. Вы тут про Fullmetal Conflict говорили. Это ведь та игра, в которой скоро выйдет киноадаптация? Ага, она самая. Если честно, я была против задумки снять фильм по игре. Но Голливуд есть Голливуд. У них хватает денег на яркую картинку. Вот только я сомневаюсь, что они отдадут должное нашей игре. Почему? Потому что есть игры с особым стилем повествования. Некоторые истории можно рассказать только в таком виде. CMB не исключение. Интересно. Вы играли во что-нибудь? Но немного. Обычно во что-нибудь странное, малоизвестное и экспериментальное. Вроде игр, в которые можно поиграть на какой-нибудь выставке. Правда? Странно. Я первый раз слышу подобное в свой адрес. Дело не в этом. Как правило, любители таких игр становятся люди, которым просто наскучивает нынешнее состояние индустрии. Это правда. Однако мне кажется, что экспериментальные игры нацелены совсем на другой рынок. По сравнению с играми для широких масс, следовательно, людей, играющих в такие игры, нельзя назвать геймерами в привычном смысле слова. Им не так важно техническое выполнение игры, как заложенный в нее глубокий смысл, который не получится понять без определенной подготовки. Блин, прям как это в наше время. Инди-игры, которые мне нравятся, и эта игра одна из тех. Хотя, если честно, я на нее больше ставила, что здесь не просто разговоры будут, а что-то еще, какое-то взаимодействие. Но ничего, тоже неплохо на самом деле. Сидишь такой, разговариваешь на расслабоне, и также сидишь и пьешь кофе, как сейчас я это делаю. Хоть он и испорчен. А простите, я слишком долго болтала. Ну, по крайней мере, высказал свое мнение. Справедливо. Ага, очень интересное мнение. Меня на подобные игры подсадили люди из моего окружения. Ага, у вас прямо модный, даже хипстерский видок. Вжилась в образ. Значит, мой взгляд на киноадаптацию вам понятен? Вроде того. Ладно, мне нужно идти. Завтра утром первым делом свяжусь с вами по поводу нашего вопроса. Стоп, который час? Боже, мне пора домой. Можем вместе дойти до остановки. Надеюсь, я не сильно вам помешаю. Давай на «ты». И, конечно, ты нисколько не помешаешь. Пойдем? Ага. Большое спасибо, мисс Шепард. И вам, Фрея. Успехов в писательском деле. Береги себя, окей? Хорошо. Увидимся. Берегите себя. Пошли. Ну...
что? Неплохой был разговор. Но я так и не услышала комментариев по поводу черновика. Я видела, как ты читаешь его во время от времени. Но довольно неплохо. Серьезно? Это все? Я не редактор. Ждешь от меня перечень заметок? Да. Серьезно? Ты, конечно, та еще загадка. Но я здесь не в первый раз. Так что я по твоему лицу заметила, что тебе далеко не все понравилось. У тебя же куча замечаний, так? Признай. Ладно, подловила. Но парочка замечаний не ограничится. И мне придется честно все высказать. Глоть. Что ж, у нас впереди вся ночь. Выкладывай. Ладно, давай с самого начала. Пряная леди. Британский шоколадный напиток, популярный в 90-х. Воскресенье, 27 сентября. Так, воскресенье, 27 сентября 2020-го. Исследование показало, большинство доступных гневоутоляющих препаратов небезопасно. Очерк Хаген Рассер «Из грязи в грязи». 27-летний актуарий найден обезглавленным в пижаме на собственной кровати. Фрея. Еще что-нибудь? Пока нет. Закончу читать и закажу. Ну ладно, не буду тебя отвлекать. Ничего себе. О, вернулась. О, Аквия, не ожидала, что мы увидимся так скоро. Привет, Фрея. Добрый вечер, мисс Шепард. Добрый вечер, Аквия. Как у вас дела? Все по-старому. Неплохо, а у вас как? Неплохо, а у вас? Упс. Я ведь уже спрашивала. Извините. Ничего. А Миртл тут? Пока только я и мисс Шепард. Ну, теперь еще и ты. Вы договорились встретиться здесь? Нет, ничего такого. Просто я думала, вдруг она сегодня снова сюда придет. Она же давала тебе свою почту, разве нет? Ага. Почему вы не написать и не позвать ее сюда? У меня всегда зарабатывает, если мне хочется с кем-нибудь поговорить. Я не хотела показаться бестактной. Вообще, это не так уж и важно. Просто я хотела обсудить вопросы, которые она и ее команда мне задали. В смысле, обсудить лично. Ладно. Надо что-нибудь заказать. Не спешите, Аквия. Я уже придумала, что закажу. Мне, пожалуйста, чай с лимоном и корицей. Чай, лимон, корица, окей. Чай, лимон, корица. Готово. Ох, как симпатично. Если я не ошибаюсь, это называется русским чаем, да? О, вам знакомо это название? Слышала когда-то. Почти уверена, что из русского в нем только название. Оно родом из какой-то старой кулинарной книги или вроде этого? Вы правы. Ого, какой необычный занятный факт. Откуда ты это знаешь? Видимо, я слишком часто сижу в интернете. Во сколько ты пришла, Фрея? Я не уходила. Сначала допей. Извини. Я спросила, ты не уходила? Я шучу. Ох. Было, да, безрассудно с твоей стороны. Почему? Ох, нет. Я это не со зла. Просто нужно иногда делать перерывы. И вам тоже, мисс Шепард.
Не забывайте про отдых. Не забуду, спасибо. Спасибо за напоминание. Кстати, Аквия, что? А ты откуда? Ну, просто, судя по твоему акценту, ты не из Штатов, верно? Ага, я из океана. Ого, так ты подводный житель? Родилась и выросла под водой. Почему ты перебралась сюда? Наверное, в погоне за американской мечтой. А твоя семья тоже здесь? Нет, только я. Ох. Почему так? У нашего народа, особенно у женщин, проблемы с получением высшего образования. Я получила грант на обучение, а вместе с тем и возможность переехать. Вообще, я сомневалась, переезжать или нет. Но меня подтолкнули родители. И как давно ты здесь? Почти 2 года. Часто твои родители сюда ездят? Никогда. Знаешь, как нам тяжело получить визу в Соединенных Штатов? Сочувствую. Ничего, мы все равно общаемся. Мы созваниваемся по видеочату раз в неделю, а иногда и чаще. У тебя есть братья и сестры? Конечно. Мы жители океана. Моя семья, наверное, размером с весь Сиэтл. Ого! Как много. У тебя и правда так много родных? Ха-ха. Нет, конечно. Я всего лишь преувеличила. Но если брать в счет всех детей и внуков моего деда, на сотни. Твою ж. А у тебя, Фрея? У тебя есть братья или сестры? Есть. Думаю, их меньше, чем у тебя. Ха-ха. У меня есть младший брат. Он младше меня на 4 года. Тоже живет в Сиэтле? Нет, он живет в Сан-Франциско. Рядом с домом родителей. Я бунтарка, а он прилежный сын. Работает над какой-то высокотехнологичной штукой. И присматривается за нашим отцом по выходным. Настоящий джентльмен. Это точно. Раз уж на то пошло, как только закончу черновик, нужно будет к ним съездить. Определенно. С ними пока есть возможность. Знаю. Ладно. Я хочу сделать заказ. Очередной экспресс? Как обычно, не мне тебе напоминать. Листал. Кофе мой. Так, ладно. Твой экспрессо. Спасибо. Горький. Как раз то, что надо. О, новый кто-то. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем могу помочь? Ах, да. Не знаю, что бы сказать. Может быть, что-нибудь для поднятия настроения? Вам не понравилось ничего из меню? Если хотите, могу приготовить что-нибудь по вашему рецепту. А вы слышали про СТМД? Извините, первый раз слышу. Думаю, что смогу его приготовить, если вы назовете мне ингредиенты. Ох, повезло. СТМД расшифровывается как Сусу Телур Маду Джахе. В переводе с индозейского, соответственно, молоко, яйцо, мед, имбирь. Так. Как обычно, ничего рядом нет. Я так, на всякий случай, просто запишу. Потому что... Я и так в прошлой серии, кстати говоря, ну, напортачила. Поэтому пусть будет интересно. А это вообще можно пить? Молоко, яйцо, мед, имбирь. Интересно. Ясно. Погоди, а у тебя есть яйца? Конечно, есть.
Они не на полке. Но я добавлю их в напиток после того, как смешаю остальное. С удовольствием выпью. Чашку с ТМД, пожалуйста. Молоко. Если все, как все смешаю, то получается мед, имбирь. А, ну то все равно нету, поэтому. Окей. Ваш ТМД? Ну-ка. Хм. У вас почти получилось. Прошу прощения. Может, поделитесь? Думаю, дело в меде. Вам следовало добавить имбирь после молока. После молока. Ага. Ясно. Возьму заметку. Впрочем, сильно не волнуйтесь. Я объездил Штаты, но не нашел ни одного места, где подают хороший СТМД. Фрея. Простите, девушки, могу ли я вас кое-что спросить? Могу написать, что это СТМД? Как он? СТМД? Пусть будет. Вдруг он еще зайдет. Конечно, спрашивайте. Чем нынче увлекается молодежь вроде вас? В смысле? Вы, наверное, студентки? Нет, не студентки. Понятно. А можно узнать, сколько вам лет? Вы ведете себя как извращенец. Отодвиньтесь обратно и держите от нас под на расстоянии. Ой, извините. Я не хотела вас напугать. Эй, мисс Шепард. Просто мне... Что это за старик-извращенец? Мне хочется... Понятия не имею, в первый раз его увижу. Мне хочется получше понять молодежь. О, привет. Джорджи, слава богу. Как жизнь? Ну тут какой-то жуткий старикан пытается с нами заигрывать. Где? Вы про него? Да. Только можно не так громко. Фрея, это мужчина, отец Рэйчел. Вспомнить бы, кто такая Рэйчел. Так, окей. Он попросил меня о встрече. И я позвал его сюда. Ох, не знала, что отец Рэйчел старый извращенец. Ничего удивительного в том, что она сбежала. Рэйчел, подожди, Рэйчел. Может, тут есть где-нибудь? Я что-то... Рэйчел. Что-то я как-то подзабыла. А, звезда какая-то. Да, что-то припоминаю, да. Акве, что у нас тут? 12 января, исследователь инди-разработчик. Ну, я же говорю инди-разработчик. Это в простонародье называется. Русалка, дружелюбный интроверт, родом из Атлантиды, обожаю чай. Что я люблю? Сценическую борьбу и видеоигры в целом. Бабулю. Как я прожигаю свою жизнь? Перебрала все это, чтобы осуществить свою мечту, помочь миру в развитии технологий. Пытаюсь найти свое место в жизни и свою вторую половинку, попутно занимаясь любимыми вещами. Миртл, день рождения, 13 мая, разработчик, коротко обо мне, программист, работаю над серией игр, цилиндрическая борьба. Вампир веган. Вроде все. Так, а что здесь? Масала.
чай, имбирь, корица. Чай, лимон, корица. И тут все как бы. Ребята, знакомьтесь, Ферлонг, папа Рэйчел. Ферлонг, знакомьтесь, Фрея и мисс Шепард. Зовите меня Хенри. Извините за произошедшее. Я не хотел ничего такого. Прошу прощения. Постойте. Вы Хенри Ферлонг? Да. А Рэйчел Флоренция ваша дочь? Да. Ферлонг. Флоренция. Почему у нас разные фамилии? В чем подвох? Флоренция — это девичья фамилия моей жены. Ой, извините. Рэйчел взяла ее в качестве псевдонима. Фрея? Ладно, пожалуй, пойду поработаю над своим романом. Уверен, что вам есть о чем поболтать. Фрея, я с тобой. О чем вы хотели со мной поговорить? О Рэйчел. Той ночью, когда вы довезли ее до дома, рядом с ней были какие-то подозрительные типы, да? Но, думаю, одна из них вела себя довольно подозрительно. Эй, я все слышу. Что? Я не преступница. Я просто пошутил. Она сидела здесь в кофейне и болтала с ребятами. В полной безопасности. Точно? А до этого? Эй, успокойтесь. Все в порядке? Просто у меня такое ощущение, что она от меня все дальше и дальше. Я уж не знаю, как с ней разговаривать. Даже не знаю, о чем поговорить. Не знаю, чем увлекается молодежь. О чем бы ни заводили беседу, все заканчивается ссорой. У меня 3 дочери. Мы постоянно ссоримся. Я уяснил одно. Нельзя постоянно их контролировать. Но необходимо находиться рядом, когда вы будете им нужны. Ну, или можете просто их подкупить. Как-то раз я поссорился со своей старшей. Она неделю со мной не разговаривала. Я знаю, что она любит есть пиццу, так что я пошел в Рокко и купил ей любимую. Я специально оставил пиццу на столе. И стал ждать, пока она не клюнет на наживку, будто в засаде. Стоило ей взять кусочек той чудесной пепперони. Я, как ни в чем не бывало, взял другой и сел рядом с ней. Отношения между нами наладились благодаря пицце. Стоило нам поесть, доесть. И она сама разговорилась, так что не угомонить. А вдруг проблема в ее любимом занятии? Рэйчел любит петь и выступать на сцене. Я горжусь тем, чего она достигла в ее возрасте. Тем не менее, в индустрии развлечений нет места послаблениям. Нет ни от лейблов, ни от СМИ, ни от фанатов. К тому же я не доверяю ее новому менеджеру. Рэйчел просто юная девушка. Что если к ней будут приставать? Или заставит принимать наркотики. Что-то произошло? Но ничего такого пока что. Просто я нутром чую. А вдруг у вас просто разыгралась паранойя? Не знаю, возможно. Псс, мисс Шепард, нам надо идти. Точнее, мне надо идти. Спасибо за напиток. Берегите себя. Ну а разве нельзя найти другого менеджера? Рэйчел уже есть 18, так что юридически она может подписывать контракты без согласия родителей. Я пытался уговорить ее бросить сцену, только каждый раз, когда я поднимал эту тему, все заканчивалось ссорой. Мы, родители, практически связаны по рукам. Мы можем лишь помогать нашим детям и быть рядом, когда мы им нужны. Рано или поздно придется считаться с тем, что дети взрослеют. И учитывая все то, что мы их научили, остается лишь надеяться, что они будут принимать верные решения. А если она будет принимать неверные решения, я могу навести справки по вашему менеджеру, если вам от этого станет легче.
Сделайте одолжение. Ладно, как его зовут? Хаген. Фамилия Рассер. Хаген Рассер, понял. А это не о нем упоминали в сегодняшней газете? В общем, если что-нибудь найдется, я дам вам знать. Погодите, нужно ответить. Мне только что позвонили, нужно идти. Я бы с удовольствием продолжил наш разговор. Дайте как-нибудь встретимся. У вас есть моя контактная информация? Звоните, если понадобится помощь. Погодите. Не волнуйтесь, думаю, что все будет в порядке. Когда-то я и сам был менеджером группы девушек. Я видел многое. Все было настолько плохо. Да. Я изначально был против того, чтобы она вступала в поп-группу. Но моя жена, мать Рэйчел, уговорила меня дать ей шанс. С того самого момента, как ее не стало, я перестал понимать, как общаться с Рэйчел. Она хочет заниматься своим, а я не знаю, что с этим делать. Что вы имеете в виду под своим? Что у нас тут появилось? Хендри. Ой, какая милота. Типа, семья кошек. Хочет вести сольную карьеру певицы и модели. Это совсем другое, нежели участие в поп-коллективе. Я знаком с этой стороной шоу-бизнеса, но с тех времен многое должно было измениться, верно? Даже если так, то вряд ли к лучшему. Она справилась с карьерой айдола. Еще и отучилась, и даже сольную карьеру начала. Кажется, она может за себя постоять. Вы так не считаете? Она еще не готова. Я не хочу, чтобы ей причинили вред. Вокруг много плохих людей, и каждый хочет извлечь из нее выгоду. Вы ее отец. Я понимаю, что вы волнуетесь. Тем не менее, не стоит ей мешать осуществлять свои мечты. Я просто хочу сделать ей как лучше. Вот только лучше ли? Мне кажется, она рождена для сцены. Но она всего лишь юная девушка. Моя дочка. Серьезно? Это и есть ваш аргумент? Я не совсем это хотел сказать. Неважно, девушка или нет. Если продолжите в том же духе, сделайте только хуже. С вашими знаниями мы могли бы помочь ей. Когда-то я и была такой же упрямой девчонкой. Думаю, я могла бы дать вам парочку советов по обращению с подростками-бунтарями. Я бы с удовольствием их выслушал. Ничего, если я здесь еще побуду, мисс Шепард. Сидите сколько угодно. Сон в летнюю ночь. Сладостный, незабываемый, словно летний сплин. Че, уже третий день начался? Тогда давайте третий день еще закончим. Понедельник, 28 сентября 2020. Так, 28 сентября. На восточном побережье размещен военный персонал с целью остановить наводнение иммигрантов из Атлантики. Представители оборотней требуют от властей более доступное гневоутоляющее. Салатский врач арестован за эксперименты по клонированию детей. Ты уверена, что так будет нормально? Да. В смысле, возникнут серьезные проблемы с реализацией. Зато в сюжете появится своя изюминка. Сюжет и с изюминкой не всегда хороший сюжет. Идея замечательная. Но развивать ее надо осторожно. И изящно. Я в курсе. Привет, Гала. Добрый вечер. Добрый вечер, Гала. Я вам помешал? Кажется, вы здесь рьяно что-то обсуждали.
ничего такого. Мы обсуждали мой роман. Мисс Шепард мне помогает. Похоже на серьезный разговор. Какие планы на ночь? Думаю просто посидеть здесь и расслабиться. Не обращайте на меня внимания. Ох, об этом не беспокойся. Впрочем, мисс Шепард, мне придется потревожить тебя на секунду. Ага, чем могу помочь? Можно мне чашечку... Ты же помнишь рецепт моего лекарства? Конечно, хотите попробовать еще раз? В прошлый раз получилось не совсем то, что надо. Не забывай чай и имбирь. Чай и имбирь. А последний ингредиент придется выбирать среди двух оставшихся. Не забывай чай и имбирь. Чай... Имбирь. По-моему, в прошлый раз я пыталась... смешать то ли лимон, то ли мед пыталась смешать. Надо будет посмотреть, чтобы попасть когда-нибудь. Чай имбирь. Пусть будет мята. Я что-то сомневаюсь, что я попала, ну ладно. Ну как? Что скажете? Не совсем... Это совсем не то, о чем я спросил. Совсем не то. Ох, прошу прощения. Забудь. Ладно, не обращайте на меня внимания и продолжайте разговор. Не волнуйтесь, мы уже заканчиваем. Ты заканчиваешь. Благодаря тебе у меня появилась куча домашней работы. Обращайся. Хайд тоже придет? Нет, я сегодня один. Значит, сегодня будет спокойно? Как грубо, Фрея. Да ладно, я всего лишь пошутила. Впрочем, ему бы поучиться адекватно доносить свои мысли до других. Может, вы и не поверите. Но в душе я очень добрый. Чего он, очевидно, не показывает. К тебе это тоже относится. Ладно тебе. О, всем добрый вечер. Добрый вечер, Бейлис. Здоров. Как жизнь, Фрея? Не очень. Что такое? Мисс Шепард вовсю критикует мой роман. Это называется делиться своим мнением. Жестоким мнением. Полезным мнением. Занятно. А что не так с романом? В нем нелинейный сюжет. И он довольно запутанный. Что-то вроде той детской книжки серии «Выбери себе приключения». Но для взрослой аудитории пока не вижу ничего необычного. Только здесь, принимая решение, читатель не перелистывает на нужную страницу, а получает определенное количество очков. Чего? И в соответствии с этими очками будет определяться маршрут читателя. Это больше на игру похоже, а не на книгу. Я знаю, это не то чтобы что-то новое, но я ориентируюсь на широкую аудиторию. С помощью моего издателя книга в таком стиле может обрести большую популярность. Прямо как в шоу от Netstream'а. Ничего нового они не придумали, но рекламная кампания, а также привлечение знаменитостей, сделали свое дело. Любопытно. Я крайне смело, Фрея. Это хотя бы проще другой моей задумки. А именно, написать роман не в книжном виде, а в виде карточек. Что? Вот я и удивляюсь. Будто бы у нее масса времени. И это все без учета деликатной темы. Развитие сюжета в мире, где не существует никаких рас, кроме человеческой. Чего-чего? Но это и есть причина. Просто дождись, пока я допишу свое произведение. Ладно-ладно. Только мисс Шепард верно говорит, у меня нет... Не хватит времени на все свои планы. Так что мою идею... Одобрили уже большой скачок. Не стоит испытывать судьбу еще раз. Справедливо. Кстати, а о чем роман?
Всему свое время. Не хочу портить удовольствие. Ну ладно. Надо бы заказать что-нибудь. Будете пить что-то? Имбирный латте, если вы знаете рецепт. Имбирный латте. Кофе, молоко, имбирь. А, ну вот, собственно, кофе. Кофе, имбирь, молоко. Кофе, имбирь, молоко. Кофе, имбирь, молоко. Кофе, имбирь, молоко. Готово. Спасибо. Черт побери, вкусно. Почему с такими навыками вы не расширяетесь? Недостаточно того, что у меня есть в данный момент? Ха-ха. Полагаю, каждому свое. Кстати, как дела, Бейлис? Все еще работаешь с той клиенткой? С ней покончен. В смысле? Ты отказался от работы? Ха-ха. Я же не сумасшедший. Мне все равно нужны деньги. Покончено в том смысле, что я все сделал. Последние несколько дней я работал, чтобы завершить дело еще до дедлайна. Ей понравилось? О, еще как! Она, конечно, немного повозмущалась, но я ее уболтал, используя всякие дизайнерские термины, которые она не понимает. То есть ты сдал проект, навешав ей на уши лапши. Самые качественные лапши, миледи. Без этого навыка в моей профессии не выжить. А сейчас ты над чем-нибудь работаешь? Нет. Я взял перерыв. Нужно разобраться с кое-какими личными проблемами. Ох. Ты про вас, Луи? Что-то вроде этого. Кстати... Мне интересно узнать, как вы познакомились, если ты, конечно, не против рассказать. Не против. Просто я был молод и глуп. Да брось. Все через это проходит. Ты права. Итак, студенческую пору... Пару. Я любил приударить за противоположным полом. О, пикантно. На ту пору я гонялся за подругой девушки моего тогда еще лучшего друга. Стоп, что... Ладно, повторю помедленнее. Когда-то у меня был лучший друг, инкуб. Лучший друг инкуб. Так. Пусть будет вискарь. У вискаря была девушка. Пока понятно. А его девушке была подруга суккуб. И я гонялся за этой подругой. А, окей. Поняла. Она была самой сексуальной среди всех девчонок. Но серьезных отношений с ней заводить никто не собирался. Почему? Дело в том, что я не хочу вдаваться в подробности, но она была невероятно сексуальной. С ней хотели переспать все парни. И она тоже была не прочь за кем-нибудь приударить. Совсем не похоже на Лую. Потому что это и не Луя была, не дотёпа. А-а-а. Луя была девушкой моего друга. Ничего себе. Градус повышается. А ту другую девушку звали. Пусть будет Роза. Продолжай. Я был знаком с Луи из-за того, что вискарь был ее парнем. Это точно не настоящее имя, которое ты просто выдумал? Да. Можно я продолжу, и ты не будешь меня перебивать? Ладно, ладно. Я расспрашивал Луи про Розу. Она знала, чего я добивался. И ее это очень бесило. Но я не отставал. А ведь тогда довольно активный парень был. Так вот, как раз Луя решила заглянуть к нам. И я, вискарь, тогда вместе жили. А меня дома не было. И я вернулся как раз в тот момент, когда она пришла. Абсолютная случайность. Мы вместе зашли и увидели кое-что, чего не ожидали.
Что? Вискарь спал с розой. А чешуеть. Я посмотрел на Лую. На недоверие, злобу и печаль в ее глазах. И сам не заметил, как врезал вискарю. Что ты сделал? Я с ним подрался. Ах, забыл сказать. Вискарь обучал детей бразильскому джиу-джитсу. Он неплохо дрался. Ой-ой. Ага, я ударил его один раз. А потом он меня по полной отделал. Как ребенка. Луя умоляла меня прекратить драться из-за нее. Хе, она скорее умоляла вискаря. Эй, я серьезно. Я проиграл, но так просто не сдался. Он серьезно меня побил. Так что Луи пришлось меня подлатать. После этого мы сблизились. Я даже не вспомню точный момент. Но наша дружба как-то внезапно переросла в отношения. Какая невероятная история. Ага. Кстати, вы случаем не виделись? Виделись. Луи приходила сюда пару дней назад. Как она? Она не отвечала ни на мои звонки, ни на сообщения. Ну, с ней все в порядке. Кроме того, что она кое с кем повздорила. С кем? Был тут один парень-модель. Модель? Не думал, что она из тех девушек, кто будет встречаться с моделью. Они не встречались. А о чем они спорили? Ну, они обсуждали ваши отношения. Луи рассказал, почему вы поссорились. Про твои проблемы с родными. А потом к нам присоединился Хайд, тот парень. Что он говорил? Он не мог понять, зачем Луи настаивает на том, чтобы получить одобрение родных. Учитывая, ну... Что? Что ты сам хочешь уйти от своей семьи? Ты пойдешь на... ради нее, ради этого? Да, пойду. У меня не осталось сил терпеть моих родных. С чего бы тебе так говорить? Давай я тебе расскажу про мою семью. А точнее, про большую часть эльфийских семей. Им кажется, будто они такие великие и могущественные. Если ты родился эльфом, то обязательно должен соблюдать некие написанные правила. Нет ничего важнее внешнего вида, вида и репутации. Мы никогда-никогда не должны позорить свою семью. Можно дружить лишь с определенными лицами. Нужно одеваться в определенную одежду. Можно работать лично на определенных должностях, на тех, которые считаются успешными и достойными. Например, врач, адвокат, генеральный директор. Между прочим, я с самого детства хотел стать художником. Я любил рисовать, создавать произведения искусства. Вот только ни один эльф не признает профессию художника приемлемой. Если, конечно, ты не новый да Винчи. Так что, когда я сменил свою профессию, дисциплину из бизнеса на искусство, мои родители взбесились, орали так, что стены ходуном уходили. Сказали, что не видать мне ни богатства, ни успеха. Все из-за того, что ты решил стать художником. А знаешь, что здесь самое бредовое? Они обвинили во всем Лою. В смысле? Сказали, что из-за нее я встал не на ту дорогу и решил развивать свое увлечение. Орали, что ее народ губит страну. Мол, они поклоняются темному владыке. Но она околдовала и наложила на нашу семью проклятие. Жесть. В смысле, мы же в 21 веке. Это совсем не круто. Не хочу показаться категоричной, но твои родные расисты. А то я сам не знаю. Только с Луи я чувствую, что живу. Благодаря ей я узнал, что такое быть свободным и гнаться за своей мечтой. Я не могу понять, почему Луи так помешана на идее помирить меня и мою семью. Просто не могу и все. Мне нисколько не сложно бросить своих родных. Я с радостью пойду на шаг ради нее и нас обоих. А что насчет нее? Ее и ее семьи. Может, ты не против расстаться со своей семьей? Только не думай, что она такого же мнения. Я... Хочешь высказаться, Гала? Может, ты видишь ситуацию с другой стороны? Простите, я не хотела послушать ваш разговор, но... Я совершенно случайно услышал, о чем вы говорили. Полагаю, та девушка не принадлежит к эльфийской расе, так? Да, она суккуб. Ясно. Оборотень. Я оборотень.
Для нас, оборотней, нет ничего важнее стаи. Наш народ ставит семью превыше всего. Да, мы тоже ссоримся. Но мы ни за что не бросим родных. Может быть, она думает так же? Кроме того, если ты бросишь свою семью ради нее, разве ты не рискуешь самолично убедить своих родителей в правдивости всяких стереотипов о суккубах? Я никогда об этом не задумывался. Нравится тебе это или нет? Но твои поступки повлияют на ее жизнь тоже. Но если ты бросишь родных ради нее, то можешь подставить ее и дурное положение. Она может подумать, что она виновата в том, что ты сделал. Здесь не о чем сожалеть. Я собираюсь бросить своих родных и создавать нормальную семью. Тебе легко говорить, но ты не знаешь, что скрывает будущее. Однажды обстоятельства могут измениться. Однажды один из вас может пожалеть о ранее принятых решениях. Однажды ты можешь воспользоваться аргументом «я бросил родных ради не тебя». Мы любим друг друга, я останусь с ней, несмотря ни на что. Знаешь, любовь словно пламя. Вначале она может неистово пылать, но со временем угаснет, если ее не поддерживать. Однако поддерживать ее непросто, это тяжелый труд. Потому что жизнь посылает испытание за испытанием. Брак на одной любви не потянет. Ого, как мудро. У нас есть мы, и это достаточно. Скажи, у тебя есть медицинская страховка? Чего? Я эльф, да чего она мне? Она тебе понадобится. Зачем? Бессмертие — привилегия эльфов. Но если от тебя откажутся родные, ты его потеряешь. Я знаю людей, обокрутившихся из-за того, что они заболели и их серьезно ранили. Они вытащили все свои сбережения ради лекарства за $8. Потому что в этой стране оно стоит 20 тысяч. Если вы решите завести детей, у них не будет тех же привилегий, что и у тебя. Вполне вероятно, над ними будут издеваться за то, что они полукровки. Без последствий не обойдется. Не стоит относиться к этому беспечно. Подумай об этом. Ладно, мне надо идти. Простите за то, что вмешался. Нет, спасибо за ваше критичное замечание. Мне тоже нужно идти. Тогда пойдем вместе. Ага. Спасибо, мисс Шепард. И Фрея. Пока. Что? Из-за тебя двое моих посетителей ушли в одно мгновение. Эй, я в этом не виновата. Да я не все равно собираюсь уходить. Напиши об этом в своей книге. Не скажу. Раз твоя книга основана на здешних событиях, как ты собираешься описывать подобное в мире, где существует только одна раса? Не уверена. Возможно, стоит выпить чего-нибудь горячего и вдохновляющее. И вдохновение само придет. Отличная мысль. Имбирное латте. Теплый дает заряд энергии. Идеальный выбор. Холодный вечер. Вторник, 29 сентября 2020. ВОЗ дала обещание остановить незаконную продажу огнеутоляющих крупным больницам. Коучелла 2020. Здесь причин пойти. Возможно, это уже через пару десятилетий. Мы проведем первые спортивные состязания в космосе. Так, ладно, тут опять начинается. Пойдемте в главное меню. Да. А, подождите. Так, теперь в главное меню. Ух ты ж так. Ну ладно.
Вот такой вот у нас сегодня разговорчик на час 15. Итак, с вами была Мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока!